нового? Алан Пейн сказал, что перед исчезновением Мэтта вы серьезно поссорились. Это было как раз перед тем, как ты ударился. Она серьезно без денег приехала. О чем ты разговаривала с Аланом Пейном? Я думала, что он поможет найти Мэтта. Послушай, Мэтт сбежал. Он не хочет, чтобы его искали. А Алан Пейн плохо знает и Мэтта, и меня. Я бы тебе сейчас второй глаз нарисовал. Если честно, он неправильно понял то, что слышал. Мы с Мэттом дружим больше 12 лет. Мы просто дурачились. Ага, конечно. И он просто в шутку тебя ударил. Я же сказал, что это была случайность. Я не уклюж. Я в кулак, я не уклюж. Я не помню. Это был какой-то пустяк. Слушай, у меня есть дела. Кайлер хочет, чтобы я сделал план посадки гостей. А я просто не могу набраться смелости и сказать ей, что никакой свадьбы не будет. Ладно, мне надо приниматься за работу, так что поговорим в другой раз. Конечно, если хочешь, можешь мне помочь. Нужно просто учесть все пожелания и выяснить, где должен сидеть каждый из гостей на свадьбе. Что скажешь? С удовольствием тебе помогу. Отлично. Просто запомни таблицу и принеси мне сюда, когда все места будут расставлены правильно. Пошел в жопу! У нас вообще-то дел, знаешь, сколько слышишь? Много, да! Кайлер не выполнена, я не буду отвлекаться ни на какие разговоры. Вот придурок. Ну так сиди и работай. Давай прямо сейчас составим, что мы... Плейбой там читает, короче. Так, давай, значит, что нужно? На одной стороне стола должны сидеть только молодожены, подружка, невеста и шафер. Допустим, что это вот здесь. Вон, четыре. Да. Молодожены. Так, я поняла. Так. Кайлер, Алан, Нэнси. Гости, отмеченные одинаковым цветом, не должны сесть рядом. Угу. Кайлер сидит рядом со своим женихом и хочет, чтобы подружка невесты сидела справа от нее. Так, это хорошо. Места для мужчин и женщин чередуются на длинной стороне стола. То есть вот здесь вот типа мужик-женщина, мужик-женщина, мужик-женщина. Вот так. Роза и Линда хотят сидеть рядом с Джоном. Так, значит, где у нас Джон? Вот Джон. Будем здесь Розу, Линда. Кит должен занимать место между Аланом и одной из дам. Аланом и одной из дам. Вот, значит, это кто? Кит. А одна из дам это кто? Кто-нибудь, давай дальше ты. Гости, отмеченные красным цветом, должны сидеть в торцах стола. Что такое торец стола? Вот, вот. Вот здесь? Вот сюда, значит, ага, Джейн. Значит, Джейн, да. Гости, чьи имена начинаются на одну и ту же букву, не должны сидеть рядом. Нет у нас такого. Что у нее за прихоть, я не понимаю, представление гостей. Гости одного пола сидят на угловых местах стола. То есть вот здесь тоже должна быть девушка теперь, да? Эмили. Значит, мы здесь поставим Эмили, а сюда Генри. Тейлор хочет сидеть на крайнем месте. Тейлор, это кто? Вон, да. Это девочка или мальчик? Мужчина, вот, ты видишь? А здесь Линда, женщина. Хорошо, здесь все, мужик. Все. Мужик. Нельзя его сюда ставить. Да, его сюда надо точно, ставить. Молодец. Хитер, Ричард и Джейн хотят сидеть рядом. Тихо, вот, подожди. Как раз рядом будут сидеть. Чего я подумаю? Хитер, Ричард и Джейн. Что тут думать? Вот. Джейн где? Вот. А, ну все. Сюда. Да Ричарда сюда помести, слышишь? Подумала она. Вместо Хитера. Вот. А Хитер, это же девушка. Ма, да. А девушка не должна сидеть рядом. А Линда, это тоже девушка. Ну, а Ричард должен быть... Косичок. И что делать? Косичок. Ну, все, так, да? По идее. Давай проверим. На одной стороне стола должны сидеть только молодожены, подружка, невеста и шофер. Есть. Так, есть. Шофер. Гости, отмеченные одинаковым цветом, не должны сидеть рядом. Есть? Так, да. Кайлер сидит рядом со своим женихом и хочет, чтобы подружка невесты сидела справа от него. Так, да. Места для мужчин и женщин чередуются на длинной стороне стола. Так, да. Роза и Линда хотят сидеть рядом с Джоном. Так, Роза и Линда сидят с Джоном. Кит должен... У Джона, кстати, никто не спросил, с кем он хочет сидеть. Я так замечу просто. Кит должен занимать место между Аланом и одной из дам. Вот, Алан и Джейн. Гости, отмеченные красным цветом, должны сидеть вот, в торцах. Торцы. Гости, чьи имена начинаются на одну и ту же букву, не должны сидеть рядом. Нет, так, подожди, Линда, Дере, Техе, Тре. Нет, нормально все. Гости одного пола сидят на угловых местах стола. Ну, тут, кажется, косячок вышел. Джейн, Кит. А как? Алан, Кит между Аланом и... Барышни, это не получится. Поменяю Эмили вот сюда, тогда Генри туда. А тут масштаб. Тогда она будет рядом с женщиной сидеть. Какая разница, здесь чередоваться должна. А, должно. Хорошо. Ну, Ричард, это мужчина. И что? А должны сидеть женщины, чередоваться значит? Должна, только длинная сторона, все. Да нет, гости одного пола сидят на угловых местах. Вот, а угловое место, здесь Джейн и Ричард. А должен быть женщина и женщина тогда. А, вот эти вот места, в смысле? Да. Значит, здесь Эмили должна быть все-таки. Тейлор хочет сидеть... На крайнем месте. Ну вот, он как раз будет сидеть на крайнем месте. А Линда хочет сидеть рядом с Джоном. Ну так вот, Джон сюда вот перейдет. Роза сюда. Тогда Тейлор Хитер и Роза вместе. Хитер это мужчина. Хитер. А Ричард это тоже мужчина? А.
Вот так, значит, да? Хитер Ричард, Линда, Джон, Роза. А Роза и Тейлор вместе тогда? Ну, где мы привязались? Вот за Джоном, Розой и Линдой за один стол их поставили. Давай их на угол поместим. Смотри, Джон на угол. Не, ну что-то с Генри связано было вроде, нет? Генри должен сидеть в торце. Ну, красный сидеть, должны сидеть в торце стола. Хорошо, на одной стороне стола должны сидеть... Она меня бесит, эта тупая тварь, я тоже бы ушел от нее. Только спрятался так бы, что хер бы кто нашел. Лучший друг бы не смог найти. А второго друга отпиздил бы, чтобы не искал. Все складывается. Все вообще складывается. И маленький народец бы тоже праздновал вместе со мной. Тейлор мужчина. То, что в женщину он не помещает. Тогда все было нормально, забей. Как дела с планом? Можешь посмотреть, что получилось. Конечно. Конечно. Все отлично. Все отлично. О, молодец. За 2 минуты. Теперь мы поговорим? Да, давай поговорим. Не мог решить целый день. 2 минуты. Я подумал, что ты захочешь кое-что посмотреть. Я нашел эту книгу на полу в детской, когда искал Мэтта. Что это за книга? Для меня она так и осталась загадкой. Может, тебе пригодится? Возьми. Я думаю, буду, только сидел, ты сможешь выяснить, для чего она нужна была Мэтту. А не делал то, что ему надо. Так. Он сидит и рисует что-то. Я же говорю, он значит, не занимался делом. Значит, нам нужно сказки посмотреть. Народы в землях Тары особый уклад соблюдают. Его на 7 уровней издавна разделяют. Верховный правитель Арт Ри высшей властью владеет. Низшим статусом в племени только рабы обладают, хотя это не просто повысить свой статус, они мечтают. И что? Кстати, круто рифмуют крестьяне, айри. Просто, знаешь, там, хочешь придумать рифму, добавляй просто рандомные слова. Такая очень оптимистичная музычка сейчас сыграла. Что-то случилось? Но если ты не шафер, тогда почему приехал на свадьбу так рано? Я предложил свою помощь в организации свадьбы. Мэтт и Кайлер согласились. Мы с Кайлер хорошие друзья. Кстати, это я познакомил ее с ним. Ты уже познакомился с Кайлер? 5 или 6 лет. Я тогда учился на 1-м курсе. А она как раз вернулась из Америки. Она же была в твоей семье. Постой-ка, Кайлер что-то рассказывала о тебе. Ты любишь раскрывать разные тайны, вести расследование. Не звонить ментам, ну, все это скорее я. Хобби, ничего серьезного. Но Кайлер хотела бы, чтобы я нашла Мэтта. Ну что ж, у тебя ничего не выйдет. От старины Мэтта и след простыл. Кайлер говорит, что иногда... А вот это мы еще посмотрим. Только задачку, тихий. Которую мы решили за 2 минуты, ты решил целый день. Нет. Думаю, Кайлер слышит то, что ей хочется. Говорю же, Мэтта здесь нет. Судя по фотографии, которую такая, я нашла, оп. И Кайлер были не просто друзьями. Да, мы раньше встречались, но в один прекрасный момент мы решили расстаться. Да, да, и да, теперь да, мы да, просто да. друзья. Не более. Смотритель считает, что Кайлер должна выйти замуж за тебя, а не за Мэтта. Но то, что он ненормальный, видно невооруженным глазом. Как-то раз мы с ним разговорились, и я рассказал, что мои родители коренные ирландцы. Теперь он постоянно на меня как-то странно посматривает. Кажется, ты считаешь, что он не связан с исчезновением Мэтта. Да, по-моему, он ни при чем. Ну, Донал и Мэтт совсем не ладили. Все время ворчали друг на друга, спорили по каким-то пустякам. Например, статуи лепреконов в саду. Донал взбесился, когда увидел, как Мэтт их поворачивает. Mm-hmm. А когда Мэтт заявил, что остается ночевать в детской с привидениями, я думал, у бедняги Донала будет разрыв сердца. Думаю, Донал не имеет никакого отношения к исчезновению Мэтта. Он хоть и ненормальный, но не настолько. Надо поговорить с ним. Наверное. По поводу с Доналом? Так о чем ты все-таки говорил с Мэттом? Мы говорили о Кайлер. Я несколько раз спросил его, хорошо ли он все обдумал и как представляет себе этот брак. Но разговор у нас как-то не клеился. Он отвечал очень неохотно, все больше злился и нервничал, в конце концов... Он подбил тебе глаз? Нет, он просто убежал в детскую, а на следующий день... Мужской поступок такой! Скорее всего, мои слова его задели. Так что если ты думаешь, что это я во всем виноват, у тебя есть все основания. Да, я виноват, что Мэтт бросил Кайля. Так все просто. Мне пора. Береги себя. Прочитай книгу с листиком клевера, который Кит нашел в детской, и узнай, зачем нужно стихотворение и зачем эта книга нужна была Мэтту. Составить план посадки гостей для Кита. Он расскажет, что на самом деле да. Посмотреть, что придет, если я выиграю в дартс. Выиграть в игре «Зоркий детектив». Это сделано. Спросить Кита о ссоре с Мэттом, о котором рассказывал. Это сделано. Позвонить Алану Пейну. Готово. Ну, смотри, как много-много дел сделали. Мы вообще просто дерзкие. Узнать, что думает Кайлер о том, что... А, вот, теперь нам нужно с Кайлер пойти поговорить. Короче, нужно возвращаться к этой мадаме. Мне интересно, для чего нужна дудка. Дудеть, просто развлекать себя иногда. Есть новости. Я позвонила Алану Пейну, и он сказал, что ты поссорилась с Мэттом накануне его исчезновения.
Ну, сказать по правде, мы с Мэттом частенько ссорились с тех пор, как стали встречаться. Может, поэтому мы вместе? Отличная логика. Алан сказал, что ссора была довольно серьезной. Ну, Алан ошибся. Я пойду. Приходи, если что. Мне кажется, нужно пойти, короче, знаешь, еще заработать монетки. И когда ты заработаешь монетки, нужно будет... Поговорить, забыл. Да. Посмотри, у нас же новая кукла. Ну да. Слушай, 4 человека в замке. Один бухает, одна шаробится, одна читает, третий... А чё, смотри, у нас новая кукла, но проблема в том, что мы, типа, все равно не можем, ну, как бы, поменять... А мы не здесь должны менять, здесь только показан порядок, мы тут должны менять. Нет, я к тому, что вот у нас появилось, у нас остается теперь 2 лишних куклы, если мы выставим так же, как и было. Мы же выставляем, ну, вот эту схему мы уже с тобой выставляли. И чё, не хватало? Всё хватало, мы получили монетку из-за этого. А теперь, как бы, ну, нужно что-то другое. Я не могу понять, в какую сторону нужно повернуть статую лепрекона в саду. Знаешь, когда она это делает, что я тоже хочу так сделать. На клевер и буквы взгляни внимательно, и ответ придет к тебе обязательно. И буквы? На клевер и буквы. Какие нахрен буквы? Я не видела там букв. Я тоже. Ладно. На клевер. Так, мне нужна подсказка. Думаю, мне нужна подсказка. Я бы хотела осмотреть всю территорию вокруг замка. Как открыть проход в каменной стене? Заполни отверстие в кельтских крестах. Камни нажми на свой риск и страх. Но нужно найти что-то, что всовывать в кресты. Ну, а как я? Я не знаю. Так, значит, за стену, да, ты спросила пройти? Угу. Да, нужно заполнить кресты и там, типа, уже нажимать. Думаю, мне нужна подсказка. Как разгадать головоломку с шестеренками? Без 2 шестеренок нет лада в системе. Найди их, и быстро решишь проблему. Ладненько. Одну нашли, еще одну осталось. Ага. А что еще можно на нем взять? А все, там уже все остальное, это как печатным станком пользоваться и как куклу ставить. Ну, куклу мы знаем. А, может быть, смотри, прочитать книгу с листиками клевера? Точно, точно. Молодец. Смотри, может быть, вот это реально... Да, все, пошли туда решать. А как, подожди, а как? Что, как? А, нет, не трогай меня. Акахи! Что происходит? Паника, не понимаю. Ну, я тоже не понимаю. Ну, как? Выход. Ну, подожди. Не в этом плане не понимаю. Я не понимаю, как нужно сделать правильно. Правильно. Ну вот как? Ну сейчас узнаем, что ты. Ну, буковки. Там в тексте, наверное, будет написано, типа, налево, да повернуто, вправо. Да не, ничего ты говоришь такое. Вот, смотри. Вот, давай, открывай и ищи там, где клевер, правая буква. Что сказал, не знаю. Клевер, правая буква. Вот, вот это. Смотри. Племенами Ри короли управлять искусно умеют. Ну, П. Право, типа. Прямо или право? Право. П. Хорошо. Мне кажется, это никак не взаимосвязано, твое я право. Я тоже думаю. Племена... Не, потому что, видишь, это низ, наверное. Короли вверх, низ, искусство. Право, лево. Тут по-любому так. Давай проверим. Всю книжку прочитай. Лево, вверх, право, низ. А, ну да, логично. Да. Слушай, ты вообще просто такой молодец. Значит, нам нужно посмотреть те, которые будут слева, и то, которые полностью. Это Ле. Людей, благородных Ле, кровей. Я говорю, и Не. Лево и низ. Ле и Не. Ле и Не. Значит, ты на Ле, а ты Не так и остаешься. Право. Так, подожди, вот это... Вот это вправо. Подожди, ну, Дима, ты не уверен же? Уверен. Вверх вот эту штуку еще нужно. Вверх, ты уверен, точно? Тут он был? Так, да? Угу. Так, а теперь нужно, если верхней штучки нет, что делать? Вверх тоже. Если верхней штучки нет, значит вверх. Вот так. Нижний, это Не. Низ. Низ? Все правильно. У меня что-то не так. Наверное, да, реально, типа, вверх это вот эта сторона, а низ та. Просто немножечко в другую сторону. Вот! Низ, ну, понимаешь? Да. Немножечко перепутали просто. Меня запарили вообще уже с этим. Немножечко перепутали, ничего страшного. О, смотри! Ну, а это причем только с верхом и низом. Блин, нихера себе, тут клад целый. Ворона тут натаскала, короче, охренеть просто можно. Не, ну нормально. С лепреконами этими, тут только право и лево норм, короче, а вверх-вниз... Они перепутаны были, наоборот. То есть, как бы, то, что написано у нас вверх, это как бы по отношению к лепрекону должно было быть, наоборот, вниз. А то, что вниз по отношению к лепрекону должно было быть вверх. Мы просто ради интереса попробовали. Я это еще не сделала. А, знаешь что? Наверное, В это вниз, а Не наверх. А-а-а! Вон она как. Вот это, блин, вообще, бред. Как мы посчитали, типа вверх и низ. Да, да. Потому что да, нелогично получается вверх, а тут просто низ. Это сделано. Блин, ну логично вниз вообще. И Не наверх.
Ну так можно голову сломать нахрен, особенно если ты ребенок. Ты вообще не будешь думать наверх или вниз. Но мы сейчас какими-то странными шагами логики перебрались. Мы да, просто чисто вот сидели, крутили туда-сюда этих лепреконов и думали, блин, ну если не так, значит может быть наоборот. Так, значит нам нужно теперь пойти в детскую обратно. Подудеть. А, нет, нет, назад. Вот сюда нам нужно. И в детскую поставить сейчас все камушки на место. Значит, да, голубую камушку натаскала сюда. Ворожка. Ага, она и рыжий хотела утащить, мы его вовремя остановили. Так, вот. А теперь надо решить эту головоломку. Ну, нерешаемо. Ты типа просто поставил, молодец, все. Да, все камни уже есть. Стоит, есть и не есть, двигаются, есть, если есть. Ты зажмешь. А попробуй через стекло, ой, через очки посмотреть, смотри, радуга какая-то появилась, не? Может быть, можно. Вот эта радуга была здесь? Нет, я же говорю, не было. Может, наверх теперь какой-то луч идет на башне там, или еще что-то? Чего прилежит? Сломала. Во. Что? Окей. Краска. Да, краска. Я сломала, а потом она резко починилась самостоятельно. А нахрена здесь все остальные краски? Что? Таким просто гений. Так, может быть тот же самый листик возьмем? Не, нельзя, да? Во. И чё? Распечатай. Нет, теперь вот это можно брать. Так ты её уже делал, у нас две плашки, нужно четыре, всё, в этом смысл. Вот. И вот так еще сверху, нет. Ой, в смысле. Вот, да? Чтобы типа, ну, много, все символы, чтобы были. Все символы. Вот. Да. Смотри, молодчинка. Ну, в этом как бы и смысл, что не меняется. Что? Не поняла. Ты что сделал-то? Я, короче, просто, ну, как бы ради интереса начала в голове считать считалку, типа, каждый красный охотник оранжевый, желает желтый, знает зеленый, ну, короче, и тыкала по кнопочкам на свет. Ну, просто. Ну, потому что мы здесь реально, ребят, мы сидели, залипали минут, наверное, 30 в эту стену и думали, что может быть. И, короче, как видите, открылась дверь в камин. Я подумал, что цвет нужно поменять, но цвет не менялся ни хрена. Я думал, ты вообще сидишь в рандом сидишь, тыкаешь. Нет. В рандом сидишь, сидишь в рандом. В рандом сидишь. О, доска берем в инвентарь, как Симсы, знаешь, типа, в задний карман, все нормально. Так, здесь, походу, ничего больше нельзя взять, а вот тут что-то можно. Смотри. На месте. Вперед, вправо, влево, назад. Что это? Это, наверное, на болоте какая-нибудь загадка еще будет, потому что мы сейчас сможем пройти. Блин, а что, а здесь, я думала, может быть, типа, знаешь, там Мэтт прячется, что-нибудь такое. Не, рано. Типа, дверь открылась. Окей. Воу, опа! Воу, воу, полегче! Просто. А, нет, это она сама, я думаю, это она нас убивает. Она головой об стенку жахнулась. О, банши. О, боже мой, нет, не смотри на меня, что за хорроры какие-то. Да это Мэтт шутит, ты забыл? Ой-ой-ой, Дима! Дим! Да, сейчас стрёмненько. Охренеть! У Мэнси реакция дурная какая-то, через секунд 10 только. Она не кричала, это вот эта тёлка кричала. Она не молчала, она просто оцепенела. Так, нужно успокоиться и всё хорошенько обдумать. Нэнси, послушай. Ты ведь сможешь выяснить, что это было? А может, ментам позвони? Обязательно. Обязательно. Вообще было не страшно, ой, как будто. Вы что, гоните? Есть новости. Нет, ну, новостей. Не буду тебе мешать. Пошла ты. Если что-нибудь выяснишь, приходи ко мне. Да пошла ты. С помощью карты доски перебраться через болото, исследовать секретную комнату, которая открылась. Готово. Так, для чего нужен листок? Какой нахрен карты? Это сделано. Это... Вот это вот с камнями, да, что ли? Да, 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 да. С помощью карты и доски перебраться через болото. Видимо, там типа доску не просто, знаешь, перекинула, пошёл, нужно там по камням строить, вся херня.